Это уже третий с начала года десант сотрудников городской администрации на участок пляжа в окрестностях станицы Благовещенска. Первые два были весной, тогда было много мусора. Возможно, в том числе и поэтому сегодня здесь довольно чисто. Да и возможно, что пример работников департамента оказался заразительным для местного населения. В чистоте жить гораздо приятнее. Утром, вечером стабильно, потому что после штормов, тут, если тут утром, вечером не выходить, тут прям будет завал. Поэтому поддерживаем и утром, и вечером стабильно. 5-6 человек убирают территорию вот на протяжении целого километра. После шторма, вот вчера, например, 8 прицепов увезли. И вот сегодня, наверное, столько же соберется. Этот пес не просто приносит палку, а помогает убирать мусор, нанесенный штормом. Заодно оказывает моральную поддержку команде, которая ежедневно проходит свою 1000 метров берега. В этот раз очень чисто. Ну, вот собираем какую-то мелочь. Это буквально деревяшечки и какие-то камушки. А так в целом очень чисто. Можно ехать купаться, да, пожалуйста, все на пляж. Самое главное соблюдать чистоту, потому что это все-таки первый показатель нашего, как бы, человеческого отношения к природе, к экологии. Поэтому всем приходите, отдыхайте, купайтесь, но не сорите, не мусорите. Собранный мусор погрузили на машину. В планах вернуться сюда через некоторое время, когда будет больше туристов. Лишними рабочие руки не бывают, особенно когда дело важное и общее.